Спасибо, Краш. Ну что, Крэш скачался уже? Крэш скачался уже? Да, сейчас закину. Обожаю 21 век, я скажу. Бан секунду пишу. Какой ночь, Ванта? В смысле ночью? 6 утра. Перекинемся вроде как. Ну не было, но сейчас нормально это будет дрочь, потому что, например, ну, нюк не помнит. Вот, а там как бы, там все на паттернах. На паттернах. На паттернах и на засу первым же уровнем. На паттернах. На паттернах. Если не помнишь, ну хрен вот так, ну что сделаешь. То есть это нужно реально вот несколько раз сейчас там зафейлиться, чтобы пройти, но это дрочь. Я в литературе ссылки не спишу, если как контрапарткор собирается. Рокки, Поки, Рокки. Какие-то камни, блин. Бля, Поки, Рокки, это пиздец. Сложно у меня. Зато чуваки сейчас будут как в детстве. Причем такое вот оттолкает. Не, я понимаю, конечно, на самом деле не смешно, потому что сам там наверняка там храпишь, блядь, вся хуйня, но, ну, блядь, ну смешно. Не, это смешно всегда бывает. Так, посмотрим. Сейчас посмотрим, да, ты уже первый. Сейчас посмотрим, что это за... Что, я первый буду? Давай. Давай. Ну, хуй там. А стики настроены? Что это как будто в интертеймент Америка представляет? Уже, блядь, смешно. Подожди, громко, по-моему. Пауза ёбаная. Бля, громко надо. Сука. Конечно, ты выкрутил и все. Вот так вот это сделаешь. Верни чат, только. Сейчас так еще. А, стой. Вот так же надо. Начать считать. Считать. Начать. Так я... Это не я вчера камни катал, разве я? Ты катал, все это из Гитмана соревновались, то больше. Ты выиграл, кстати. Ну, заебись. Заставку, да, поставь? Давай, давай, там должен быть... Там такой, сука, голос должен быть упоротый. А звучит как Лосяна. Сейчас я даже... Блять, клад мешается. Не может быть. Ну, блядь, ну Клауд, ну пожалуйста. Бля, давай скипни нахуй. Скипай. Сейчас просрется. Бля, стики не работают, да? Ну. Они вообще работают? Хорошо. А ты попробуй вот так, ну, тяну стик. О. Ну, правый стик точно не это работает. Это тот уровень даже, да? А? Сюда же сначала надо? Да, 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 первый. Ничего не слышно? Да, блядь, хуй, ничего не слышно-то, я же все делаю. Все должно быть слышно. Ну, блядь, вот так вот вам сделаю, а то у меня видишь, что ломка. Ну да, PS1 на последний. Почему ты вечно стоишь у меня на колени? Вот я заполучу маску, и тогда посмотрим, кто более могущественный. Сука. Озвучка от выхода. PS1. Лучшая консоль. Можно стрелять. Нет, только либо так, либо так. Ну, по-моему, на стрелках, блядь, проще. Потому что, блядь, что так, что так. Я пробую стрелять. Либо на стрелках проще. Не слышно диалогов из-за хаб, ну, слушайте тогда.
Ну мы же без дрочи себе собираемся. Да будет. Конечно. Опять. Так, если хочешь. Ну и все ящики собрать в этом туннеле. Не, я могу наверное, не собирать. Чего там было? Ротни, блядь. Здравствуйте, я тебя звучу. Полетел. Вообще маску нарочно на спину. Или нет еще? Да, третий раз пункт это. Неуязвимость. Первая 3D-игра на марафоне и последняя. Приз! Блять, супер так проиграл. Так проиграл всегда. Блять, это супер. PS1 сам. Я выкинул. Приз. Ну, в жизни просто пиздец, блядь, как копятся. Я, по-моему, ебать, под полтинник, наверное, набирал. Майл. Да, они формятся, пиздец. А потом спивается. Да, в последних уровнях. Уже вроде бы легкая, детская, сидела. Ага, там потом в четвертом или в пятом мире ты отступаешь. Это помнишь, эти прыжки в каком-то в замке? Это же, да, блядь, да, да, там это самое 3D, блядь, в котором нихуя непонятно, куда он приземлится. Смотри, PS1 вещи к сестру приближается, обожаю. Пиздос вообще. Да. Здесь еще в крыше этот дрочь, потом в следующих уровнях там какой найдешь бриллиант, несколько путей прохождения. Да хуй с ними вообще. Два ящика должны остаться. Да. Изи. Сейчас на 100% сделаю за 5 минут. Уже на 100% надо два раза еще каждый уровень пройти. Такой дрочь. Такая платина, блядь, в детстве. Бля, да, видите, он тормознул вообще. Я буду танцевать. На самом деле, такую франшизу слили так-то. Он бы сейчас на HD так заебись заходил. Да, письменная франшиза. Как там на PS2? Я не помню, его же кому-то там отдали куда-то и началось. На PS2, по-моему, что-то с ним было. Да. Ну, я не помню. Ну, что-то права там проебали. Вроде как обещали, типа, про Crash и все дела. Да, они тебе уже 3 года обещают. Ну, типа, в этом году, типа, не фаршивая от Naughty Dog. Разве это уровень? Да. Серьезно? Подводный уровень сразу душный подводный мир? Да. Пиздец, я вообще не люблю с игрока. Блин, сука, треугольная акула. Здесь все треугольное, блядь. Вот мин. Причем где задник из-за того, что подводы красивее выглядит, чем все, что на переднем плане. Надо было Mario 64, ну и у кого, блядь, Mario 64 игра детства, тем более, вот я не знаю вообще. Mario 64 это какое-то наказание, я вообще не представляю, бедные игроки в Mario, там после первых трех на NES и Mario World получили этот Mario 64, где надо задрачивать все просто до какого-то кошмара. Ой. Все проебал. Пасос. Пасос. А, ремастер тревоги для PS4. Там не ремастер, же, там же. А, блин. Ремастер. А, да, ремастер. Ну, Ну такой. Бля, мне тогда спасал на первом марафоне, чтобы не заснул. Вот это я помню. И это длинное, и как бы дофига часов можно убить. Схек. Ротни, ротни, блядь. Схек. Схек ротни. А, ты почему? Схек ротни, блядь. Пираты, конечно. Не надо. Да, я нажму. О, спасибо, Вериди. Ровненько. Красавчик. Что там происходит? Ну, это 115. У меня полосочка еще не обновилась. А, смотри, обновляется. Да, ты сейчас иногда тупить бывает. Бля.
я вот кучу собрать эту по всему остальному для себя. Ну, вот кого в пандух, ну и не забить тебя. Наконец-то. А то опять полноумие. Сидит. Со мной полноумие не стоит. Схек Ротни. Схек Ротни, блядь. Я тебе каждый так буду называть. Схек Ротни. Самая классика, это всегда сохранять игру, это было спасать игра. Бля, надо сейчас пойти засейвиться. Блядь. Засейвился. Засейвился. Вон, Схек Ротни. Схек Ротни, все, ты делал. Пиздич. Бля, провянный все, аутист. Схек Ротни, у меня телефон завибрировал. МГС-1 сам рафонист. Бля, выключишь мне. А, спаси игру, да. Спасать игра, спаси игру, хочется спасать. Любить игра, спасать игра. Я посмотрю, что в этом переводе было, потому что я нихуя не помню. У меня, кстати, тоже был крэш, короче. Четыре игры. То есть три крэша и Team Racing сам. И там это. Там вот как раз все было в этом самом русском переводе. Я так играл в детстве. Что, блядь, пиздец, где бы нормальный найти на английский. У меня в детстве одна из первых игр была Rally Destruction Derby. И там был настолько блюдский русский перевод, что я вообще не мог понять, больше на английском. Просто рандомный набор слов всегда. Ну, наугад жалко. Знаешь, как на английском языке ты играешь, наугад жалко. Mm-hmm. Вот там-то... Ой, ты что, это юнус? Хорошо, закистанция. А, я, кстати, играл на PSP. Кстати, она неплохая. Какая? Crash of the Titans. Я не видел дальше, ну не знаю, ну такое. Я, по-моему, так не прошел, но она ничего была. Бля, ебать, вот этот эмулятор грустит, это я по... А, помнишь, когда, блядь, телефон остался еще или где-то искать? Телефон разбить. Не помню. Да? От PlayStation. Блин, по всему ключи. А, точно, уже такой. Я же забыл, что PS4 другой. Ну-ка, блядь. Читсоха. Картридж, чтение. А, нет, слушай, тут просто написано сохранение. Это еще хорошо. Ну, так положить еще не слышу. Да он сюда положил, да и все. Бля. Бью-то нет, да? А что ты хочешь? Нюк? Ну, попробуй. Блять, заебись. А что это за букву Ф, типа? Не знаю. Обновление картриджа. Картридж обновление. Жди. Картридж больше будет. Считать. Ну, кубки. Какой-то, блядь. Считать, сохранить. Смотри. Нет. Емрип. Емрип, да. Емрип. Блядь, зачем нажимать еще раз? Емрип. К ней можно пройти что-нибудь? Не, хотя бы. Сейчас будет это. А у нас проблема, у нас из эмулятора там какая-то хуйня с геймпадом. Короче, DualShock 4 эмулятор PS1 не совместим. Он, короче, постоянно посылает сигнал, что он какую-то кнопку нажимает как будто. Поэтому нельзя забинить управление. Ну, что-то DualShock 4 хуйня. Мне кажется, это эмулятор. Ну, в смысле, это эмулятор, да. Эмулятор. Нам же ёбные костыли помещать PS4 джойкомпу. Или он как-то нативно поддерживается? Не, он нативно поддерживается, но он нативно поддерживается без плюшек каких-то. Ну, то есть эмуляторы вроде как его нормально видят, но вот бывает какой-нибудь. Потому что он просто определяется не как DualShock 4, а как wireless контроллер. А, стики тоже нормально? Нет, не туда. Сюда? А, нет, сюда жизнь, да. Стики нормально. И еще одна жизнь сюда. Нормально. Три жизни на уровне. 4.